Ну и, конечно же, под вашу несмолкаемую поддержку встречайте на этой сцене нашего тренера Аня! Я такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Содрать из ствола кожу, распилить его, высушить и потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу, я не хочу, чтобы меня красили, сушили, пилили. Нет, я этого не хочу. В уголь, в каменный уголь, они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. Я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо, не потому что я лучше других деревьев, нет, а просто... Я другое дерево.